Юлия Кузнецова. Первая работа. Курсы и море. Эти слова, произнесенные по-испански, очаровали старшеклассницу Машу. 3 недели жить на берегу моря и изучать любимый язык. Что может быть лучше? Лучше, пожалуй, поменять за те же деньги окна в квартире. Так считают родители Маши. Разочарованная, она почти рассталась с детской мечтой, как взрослые подбрасывают ей идею подзаработать на поездку самостоятельно. Есть вариант – стать репетитором для 6-летней девочки Даны. Работая, наблюдая за Даной и селясь ее увлечениями, юная преподавательница узнает много нового. А что же произошло с детской мечтой Маши? Какие отношения складываются между Машей и Даной, вы сможете узнать только после прочтения данной книги.